С 1 января. Доброе утро. Вот это вот такая небольшая полянка, бэк-ярдик у наших друзей, с кем мы отметили Новый год, и мое утро началось с зарядки. Я в 2017 году, каюсь, делал ее не каждый день, по разным причинам, Мы причину всегда найдем, мы всегда найдем отговорку. В 2018 году, зуб даю, буду делать каждый день. И частично, иногда, буду приглашать вас на закрытые трансляции для занятий. It's free, за цигун деньги не берут, цигун. Это для всех. Так что с 1 января погнали! Очень здесь гармонично. Знаете, вот хоть вот эта вот травка искусственная, но сам антуражик и вот эти вот все цитрусовые, виноград, который здесь растет, вот эта вот зона отдыха, ну, очень гармонично. 1 января. С второго этажа вышел, у тебя балкончик и солнышко просыпающееся. Посмотрите, вон там вдалеке уже проснулось солнышко, и мы сейчас пойдем летать на дроне. С молоком и медом. Сейчас мы выпьем самого живительного напиточка. А медю? Нет, все равно же я молоком. Я процентов 25 добавляю молочка. Неспрессо. Это итальянская прям машинка. Кофейня. Кофе. А вот такой вот стакан, который взбивает и греет молоко. Вот он ставится как чайничек, тоже на такую подставочку прикольно. Получается вот такая вот пенка. Вообще, как в кафе. О, вот молочко залили, включается. И вон что получается, смотри. А взбивает сливочки. Я вот себе добавил медку, медок. Это орегонский? Да. Орегонский мед. Вот так вот. Кофе с медом. Я не ем сахар. Очень редко. У нас еще кое-что задумано. Сегодня в гости к детям должен прийти Дед Мороз. Только у меня просьба. Вы нигде не палите самого Деда Мороза, ладно? Не палите. Потому что никто не знает, кто он. Анюткины рулетики. Очень хороши с утра. Все еще спят, еще поэтому такая тишина. Один только Винс проснулся, Маша, Павлик, Аня, все еще. Соседский тигр, смотри, Сильвестр сейчас выскочит. Это вот этот большой, огромный пес. Ай-яй-яй. Обход закончен. Как ваш обход? Все ли на месте? Все ли на месте? Вот он, Сильвестр. Грозный песик. Вот и детки проснулись. А, иди, солнышко, скажи привет, Маш. Что тебе снилось? Hey, you guys, what happened? Что это такое? Дети, открывать? Ребятишки! О май гад! С Новым годом! С Новым годом! Встречаете ли вы Новый год здесь? Как вы себя вели? Хорошо. Так? Ты Маша? Ты Винсент? Ты Павлик? А где у вас еще один мальчик? Скай, иди быстрее. Где Скай? Пойдемте к елочке, проводите дедушку. А, вот Скай! Скай, здравствуй! Мама, у меня что-то. Ребята, рассказывайте мне стишки, а я сяду и послушаю. Сяду вот сюда. И как вы расскажете, я посмотрю, какие вам подарочки подарить. Кто первый? Кто будет первый? Павлик, иди ко мне, мой хороший. Садись, рассказывай.
Молодец! Молодец, мальчик! Какой молодец! Получай подарок! Беги! Девочка! Маша! Так, девочка Маша, рассказывай! Молодец! Какая молодец, девочка! Машенька, это тебе от Дедушки Мороза. И вот эта собачка, чтобы ты могла ее разукрасить. Покажешь потом маме. Молодец! Так, Винсент, иди ко мне, мой хороший. О, большой мальчик. Рассказывай, что ты приготовил Деду Морозу? Я приготовил... Стишок? Давай, что? Давай. Christmas of course. Santa Claus всегда приедет. Давай. Забыл? Забыл. А спой, как ты можешь спеть на английском? Jingle bells. У тебя очень хорошо получается. Молодец. Молодец. Так, дорогой, вот это вот дедушка приготовил для тебя. С Новым годом. Маша, Маша, девочка, подойди. Вот это вот подарок для Ская. Скажи, дедушка просил передать. Что это? Вот это вот. Нужно, чтобы вы ко мне пришли. Я просто так подарки не даю. Дедушка Мороз торопится, потому что у Дедушки Мороза еще очень много-много. Нужно пройти. Я шел к вам издалека, с Северного полюса. И отправляюсь обратно, потому что увидимся с вами, Маша, в следующем году. До свидания, все мы. До свидания, дети. До свидания. Картошки? Сюрприз, как у Маши. Да? Ничего себе. Сколько у вас? А что, Маша, у тебя еще там какие-то карандашики, да? Свечка! Ух ты! Мама, папочка! А что это? Свечка. Мам, папа, что? Ой, как хорошо. Мам, красит. Это ж мячики такие. Маша, супер. Маша, смотри. Красит. Мама, открой, смотри, какая. Маша, смотри. Красит. Да, Маша, посмотри, скажешь. Красит. Но это не красит, Скай, это знаешь что? Смотри, excavation kit. Его надо разбивать молоточком. И там будет какой-то historic ракушка. Там что-то есть внутри. Какие вы молодцы, не испугались. Ребята, Дед Мороз только что приходил. А я все пропустил. А я ездил сейчас за хлебом. За хлебом немножко, да. И теперь зато будем обедать с хлебом. Вот, ой, он к вам еще стучался? Здорово. Слушайте, сколько у вас подарков. Опа! Салют, салют, салют. Вот так вот делается хорошее настроение. Причем меня не спалили. Меня не спалили. Я пробрался потом в ванную комнату и говорю, что у вас тут так шумно? Что у вас так шумно? Я мылся, мылся. Они мне начали рассказывать, кто к ним приходил. Вы понимаете, что в нашем деле, главное что, и чтобы костюмчик хорошо сидел. Вот Дедушка Мороз еще такие принес часики. Мало у вас часов по дому, очень мало. Давайте
теперь со мной будут. Здорово! С Новым годом! Спасибо.